Старенький, который мы где-нибудь когда-нибудь слышали. Если не слышали, тоже не важно. Будем подпевать сходу. Хорошо, мы сегодня точно везучи, потому что вы решили это время провести вместе с нами. Спасибо. Все серо-мамки, ты просто все смешаешь.
свою острую жизнь дать. У каждого ты слышишь, ты странная роль. Я ноль, ты моль. Пробуй разобрать, что хотела сказать. Мы все имеем право хоть о чем-то мечтать. И в этом правда теперь наша всегда ноль. Я ноль, ты моль. Я ноль, ты моль. Концерт группы Мураками. Это возможность нам с вами пообщаться. Вот здесь, смотрите, есть ручки, бумажечки. Все есть для вас. Вы смело можете подходить сюда, писать мне записочки, складывать сюда, чтобы я видел, что это все-таки не новые, ну, в смысле, написаны вами записки. Будем, как в старые добрые времена, общаться сообщениями друг к другу. Не обязательно здесь. Можно там на своем месте, пожалуйста, смело. Тут много у меня. В общем, мы будем очень рады общаться на те темы, которые интересны вам. Смотрите, все силы здесь. Может, я тоже с вами девочек представляю. Так, что еще хотел? Видите, это сразу понятно, что это явно люди, которые не первый раз на концерт, они ждут этого момента, когда я скажу «пишите», и они сразу начинают строчить. Альбом «В песнях навсегда». Скажите, кто слышал, честно? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. 10 человек! У-ху! Аплодисменты! Аплодисменты вам за честность! Это замечательно! Потому что, на самом деле, будем знакомиться и с новым альбомом, ну и старый, безусловно, тоже песенки сейчас вспомним. Маньяк Мираевич, мы будем накрывать их всех волной музыки, чтобы они вспоминали и знакомились с группой Мураками. Ровно 360 дня. Ничего.
сразу, что одновременно подошли и втроем начали тут писать. А почему я говорю, что... Почему я вас подвигаю на общение? То, что у нас есть право первой записки. Какую бы вы песню ни написали, мы бы ее обязаны сыграть. Потому что за спиной группы Мураками уже там 10 альбомов, и если мы будем все песни писать, петь, которые вы захотите, то, к сожалению, мы вынуждены будем так до утра, если находиться все. Вот. Потому что обычно под конец концепции: «А давай это, давай это!» И вот мы придумали такое право первой записки, какой бы вы песни ни написали, соответственно, мы ее обязательно играем, остальное уже можем отказывать. Итак, внимание, у нас сегодня интересный наборчик. И те, кто написал, явно знают, что мы тут должны их сыграть. Например, вот просто незнакомый. Я уж не знаю, песня это или все-таки незнакомый. Мы с тобой, глядя на Раиль... Подождите, я вас не познакомлю. Справа от меня Раиль Латыпов, наш художественный руководитель группы «Мураками». 17 лет, Марьяна. Всем здравствуйте, спасибо, что пришли. Этот человек отвечает за музыку в нашем коллективе, для того, чтобы она, за то, что она звучала так же, как в наших сердцах, в наших ушах, так же и до вас доходила. Кстати, все песни с Раилем пишем мы вместе с ним вдвоем. Я отвечаю за тексты, за красоту, он за нытье и за ругань. Да, ну и за музыку, естественно. Так, слева от меня, по правую руку для вас, с правой стороны, слева, и как меня слева. Для них-то справа. Руслан Ибрагимов. Всем привет! Второй год с нами, тут третий уже пошел. Можно смело нолик пририсовать. В общем, столько всего пережито, столько всего интересного. В акустическом проекте он начал свою карьеру в группе «Мураками». Теперь перешел в электрику. Ну, может, так вообще перешел уже все-таки. Фотосессия была, считай, уже с нами. Вот. Вокал Диляра Вагабова. Диляра означает «влюбленная жизнь», и таким образом я влюбляю все вокруг себя, потому что я действительно искренне люблю жизнь, люблю ее проявление, и очень счастливый человек, потому что я нашла свое дело, и мне действительно нравится проводить с вами этот вечер. Наш звукорежиссер Алексей Елисеевич, Лешенька, вот, пожалуйста, он делает, чтобы вы хорошо нас слышали. Хорошо слышите нас? Очень. Вы все понимаете? Если что-то не понимаете, пишите записку, я все ему передам. Только к нему главное не подходить, потому что он током бьется, у него такой взгляд страшный, когда он работает. Вот. Что еще? Леш, не забудь, толстовку надо снять, ты всегда забываешь. Ну, чтобы не было жарко, я переживаю за тебя, ты же знаешь искренне. Наш администратор Женечка Дворникова, вот там рыжая кудрявая, она всегда всегда улыбается. Для того, чтобы вы не подходили к ней и ко мне. Она за это отвечает, а я так люблю, когда вы ко мне подходите, она так любит, поэтому ее все не любят. Так, ну вроде все со всеми познакомились. Итак, двигаемся далее. Рэй, давай сначала следующая песня, я пока выберу, что же мы будем петь тут из этих всех. Так. 3, 4, ну ладно, я давай смотрю.